идеология. Благодаря стандартному текстовому редактору блокнот осуществляется вывод текста приложения. Всем все понятно сразу, да, стало? Очень приятно. Сейчас мы покажем одну из работ, которую сказала этой ученицы. То есть целая проектная группа работала по созданию данного гипертекстового приложения. И еще одна изюминка, на наш взгляд, это работа выпускника 2007 года, выпускника нашей гимназии, серебряного медалиста Кондрашова Ефима. Мы считаем ее настоящим подарком, прежде всего, наверное, учителям географии, поскольку это полноценный электронный учебник в форме локального гипертекстового приложения «Страны мира». Целью проекта являлось создание электронного учебного пособия по социальной и экономической географии стран мира, обучающихся 10-11 классов. Данное пособие может быть использовано в качестве наглядного материала для определения курса географии и для других учебных целей. Проект будет реализован с помощью языка гипертекстовой разметки HTML и представляет собой локальное гипертекстовое приложение. Графики текста будут подготовлены в программе Excel. А сами страницы были сверстаны в программе «Хэдд и Мишель». Для открытия экзамена свои места, в особенности связь между отдельными страницами и гиперсилом. При количестве сохранении файлов в виде штамных документов в программе «Хэдд и Мишель» у вас создан таблица фрагментов. Специальные ячейки были помещены на головой кнопки в гиперсиле. Кроме единого курсора, состояние головой кнопки меняется и высвечивается соответствующее изображение. По шашку на кнопке задействуется соответствующая гиперссылка. Проект включает в себя главную страницу, индекс HTML, страницы материков и частей света, и страницы государств, то есть на лицо рекордного языка. Кроме того, для каждой страны приводится материальная презентация, выполненная учащимися гимназии программы Microsoft PowerPoint. Для работы с приложением важно учитывать, что последние версии программы Internet Explorer автоматически блокирует общение с ошибками. Кроме является работой кнопки. Поэтому нужно блокировать счетом по соответствующим сообщениям по соответствии строкой по пункту Internet Explorer. При щелчке по кнопке со ссылками презентации появляется диалоговое окно, в котором нужно выбрать пункт «Открыть файл». Далее презентация находится какие программы И бывает те, просто объединить их в один проект, что, собственно, дополнилось его в своей проекте. То есть вы как раз обратили внимание на то, что работает не несколько учеников, а работает достаточно большая творческая группа учащихся, которые являются членами нашего научного общества «Бакалавр». И их работы были объединены в один творческий проект в форме гипертекстового приложения «Страны мира». Уважаемые коллеги, сколько вам требуется нот для того, чтобы, как правило, угадать мелодию? Ну, кому сколько? 3, 4, 7. А сколько вам потребуется черт, чтобы угадать ту или иную страну? Ну, с какой попытки угадаете, о какой стране пойдет речь? Так, учителя географии, ну, попробуем. Раз вы такие у нас робкие, тогда попробуем.
90% наглядность. Проведение эксперимента, поскольку у нас, во-первых, сканируется, как бы производится осциллографическое сканирование факта пролета заряженной частицы, если в классическом приборе мы могли лишь только фиксировать этот факт наличием акустического щелчка в динамике, то есть здесь мы можем видеть осциллограмму пролета частицы, и на втором графике по прошествии определенного времени будет строиться график флуктуаций естественного радиоактивного фона от времени. Где-то через минуту у нас появится первая данная. Да, вот логически чистый зависит. Здание-то старое. Это в современных, наверное, чаще. Вообще, это каждое здание уровень, естественно, радиация выше, чем деревянный контроль. Первый участок построился. Значит, пока счетчик Гейгера будет производить измерения в следующем временном интервале, я хотел бы обратить ваше внимание на приборы для изучения законов электрического тока. Значит, первые приборы.
снимать, если у тебя... Ну что, все? Вернулись ко мне лицом сначала, да? Всех приятно видеть. Добрый день. Так, вернусь лицом к гостям. Поздоровайтесь. Теперь можно сесть. Итак, мы с вами сегодня проводим наш математический кружок. Начинаем занятие. Так. Но в необычной форме. Ко мне сюда выйдет Женя и Катя Коптева. Так, Женя, я даю табличку. Кате Коптевой я даю табличку. Так, Катя встает сюда. Женя встает сюда. Так. Это капитаны. Каждый из вас выбирает из волшебной коробочки себе карточку. Быстрее. Так. Решает пример. Ищет ответ на карточке у капитана. Так. Ищет ответ у капитана. Тот, кто нашел ответ у капитана на карточке Кати, встает сюда. Так. Тот, кто нашел ответ у капитана Жени, встает сюда, по той стеночке. Миша, по стеночке. Быстрее считайте, ищите ответы. Где? Быстрее. На ту стеночку. Стеночка на стеночку. Может, кому-то еще дать? А вдруг окажется, что нет, там будешь. Ну, наверное. Так, кому еще дать? Нет. Один только остался. Так, Марина нашла? Нет, Таня решила? Я решила. Алена нашла ответ на свой вопрос? Нет. Ищи, считай. Вова нашел? Я. Считай. Никита нашел? Где? Так, если нет ни в одной, ни в одной. Ни в одной, одет мне жалко. Значит, посчитал неправильно. Так, Наташка. Нет. Карточку я нашла. Да. Ну, красавица, быстрее считайте. И кавалеры тоже поскорей. Никит, ладно, ты сюда встаешь. Я тебе просто дополнительно дала еще. Так, быстрее. Считайте, Таня, быстрее. Хочешь ручку дам? Вот ручка есть. Алён, надо посчитать. Посчитай. Посчитал, нашел? Нашел? Нет еще? Быстрее считай. Да. Серьезно? Как интересно. Уж куда первая пришла, там и окажешься. Таня нашла? Быстрее считай, быстрее. Команда тебя ждет. Ну-ка, проверяй. Я уже решила. Сколько? Посчитала? Ну ты посчитала. Быстрее, вот, как долго. Вот видишь, как математику надо знать. Тебя команда ждет. Которую ты? Где ты ищи? Нашла, Таня? Все. Команды собраны. Садитесь, пожалуйста. Команда Катя садится сюда за стол. Команда Жени подписывает. Четыре команды. Так, карточки можно мне сюда. Но команда без названия. Так, держи, она вам пригодится. Команда без названия, как корабль, да? Без названия.